Диалоги. Классику читают жители Алтайского края. Салтыков-Щедрин. История одного города. В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычайное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламыча Брудастова. Жители ликовали. Еще не видав глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали о нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей. Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и снова заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародные вечи, потрясали воздух восклицаниями. «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусство. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычная глуповская легкомыслие. Диалоги. Рассказываем историю одного города вместе с Салтыковым-Щедриным.